и на себя. На фоне сын, который через 2 секунды протер весь сыр. А к чему сыр, спрашиваете вы? Знаете, наверное, рассказывала подписчица Сюзанна. Сюзанна, что купила Сюзанна из Коско? С детьми приезжают, дети будут общаться, играться. Я сама решила сделать пирожки. Тесто приготовила 2 дня назад. Сегодня Арка говорит: мам, а давай лучше пиццу. Тесто для пиццы почти 4 дня назад еще сидит в холодильнике, приготовила. Говорит: давай сделаем пиццу, соскучился. И действительно, сколько дней хотим зажечь печку, и что-то не то получается, или арнак. В основном арнак ни дома не делаем. Сегодня арнак дома. Дети, все дети, нормальные дети, имею в виду, любят пиццу. А такую пиццу не везде можно покушать, знаете. Поэтому возьму, а пирожки мой дедушка тоже может. Везде можно достать такие пирожки. Нет, нельзя достать такие хорошие пирожки, такие у нас с вами. Подумала, лучше пиццу сделаю, послала детей в магазин. Пиццу нормальные дети любят только с сыром. А еще нормальные дети любят или с грибами, или с пепперони. Посмотрим, что захотят, то и испечем. Но главное, у нас времени нету, так что начну быстро чистить. Сегодня у нас утренняя съемка была, на ваши вопросы отвечала. Да, планы не строю, дети будут играть, мы будем сидеть, смотреть и наслаждаться. Вот такие дела. И вы с нами. Никуда не уходите. Некоторые ингредиенты уже подготовила. Здесь у нас таится сыр. Здесь кто таится? О, уже никто не таится. Аркаджан, эс джурупет кадур танес. Вода, тарелки, морелки. Некоторые вегетарианцы, которые дети обычно любят. Where should I bring it to? Тар папай мот варума. Okay, on top. Овена. О, я думала, муж зажигает. Огонь уже, наверное, сделал. Посмотрим, на розе, посмотрите, какие прелестные. Не знаю, как сорт называется, спрашивали. Не сохранили это ведро, в котором нам подарили. Наш друг Гарик подарит, помните? Гарик, который построил эту красивую веранду или парголу. Не знаем, не помним. О, запах почувствовала. В этом году первый раз зажигаем. Ну, просто посмотреть уже приятно. Джон, айо, бажак номер. Он постоянно рассказывает что-то и прогуливается. Он проиграл арка 4-5. Окей, Трес. Гоэл Парка, гнаперин окни. Он сегодня плохо себя вел во время классов пианино, дочка говорит. Его немножко наказали. Уже отпустили. Не знаю, что делал конкретно. Дочка говорит, очень плохо себя вел. Его нужно в тайм-аут. Тайм-аут на несколько минут поставили. Вырастить не будет. Плохо вести себя. Аджан? Окей. У нас деревья будут в лампочках. Посмотрим, как выглядит вечером. Терпения нету. Они так ждали. Знаете, сколько ждали с прошлого года, когда заболели? Она опять там запарковалась. Иди чемодан. Пять, 12, как? Ой, Криспи Крим. Криспи Крим. I know, but in Germany,
Давай, я ничего не принесла. Только что новое увидела, это купила. На это посмотрите, на эту красоту. Все, скажите. У нас, она говорит, знаю, что вы только два раза в году эти донатсы кушаете. Смотрела влог на английском, увидела, кто что любит. Пусть это пока останется. Увидят, сразу нападут. Что купила, Сюзи? Чудесные цветы. Мне не забыть, что там у меня хлеб печется. А то сгорим. Окей, быстро цветы в вазу. Все у нас там готово, Арамчик. Пусть играют, аппетит наигрывают. Это на десерт пусть кушают. Уже решили. Хотя дети, если честно сказать, они кушают. У них тоже, как у моих детей, как у папы, они могут десерт съесть, потом им дашь то, что любят, скажем, не в десертной категории, они опять съедят с удовольствием. Цвет какой прекрасный. У вас большая. Ну, зайдет. Все уже начали играть. Дочки тоже вышли. Дочки тоже очень любят их детей. Но любят с ними как бы заниматься. Значит, такой хорошенький, такой спокойный. У нас таких спокойных не было, Ара. Хотя, я думаю, как он такой. Окей, наверное, очень маленькая, небольшая ваза. Пусть держатся. Они сильные. Потом я не займусь. Очень много лепестков. Нужно немножко удалить, чтобы хорошо чувствовали. Теперь пойдем посмотрим, что там у нас. Так давно не пекла, забыла, как это делается. Говорю, как это делается? Сюзи говорит, давайте посмотрим влог, увидим, как это готовится. Без кака не сможет. Процесс пошел. Соскучились. Открытие сезона, как говорится. Almost. И пошел. Что за красота получается? А какой такой красивый арам. И готово. Beautiful. Сверху немножко качественного сырья. Вспомнила сырье. Слово сырье. Сразу тает. Это будет слишком вкусно. Не знаю, как дети перенесут такую вкусную пиццу после. Сколько? Сколько времени не готовили? Большого перерыва после. И нежная такая. Guys, it's ready, patrasta. Guys, pizza. Okay. Нарек, Джанск, сбить хурели на кталис. Ай! О, честь левацвель. Ой, пойди руки помою. Отдых чек левацвель. Арам такой идеальный, вот такой, ну, должен быть хорошо испеченный, мягкий, нежный, тающий во рту.
Нет, такой пиццы не бывает. Бывает. Окей, остальное они сами заберут. А я должна работать. Дайте пекарю работать. Пока только сыром сделаю. О, гайз, сказали с машрум попробуем. Машрумов с аркем михатель пицца? Я? Говорят, нет. Арка сказал, попробую. Сейчас говорит. Как будто это не он говорил. Говорит, ты скорее всего съел бы таракан или траву. Говорит, не знаю. When do you leave our house? When do you leave our house today? I don't know. Yeah. Night? Maybe. Like around 7 o'clock. Atrasta, guys. Yeah, 8. Это вкусно, когда горячо, горячо. Окей, я на маленькие кусочки не сделаю. Дети уже, кажется, наелись. А взрослые могут и зеленью. Базилик из нашего огорода. Тарелки от детей. А сердце с руки. Ари, пиво пьют дети. Ари. Мы армяне, детей с детства учим к искусству чоканья и тостов. Man, my lips are burning when I drink this. Man. Яблочный сок, пожалуйста, успокойте. Еще две комментарии прочла, кто-то не верит. Я очень надеюсь, что дети пьют детское шампанское, потому что очень похоже на взрослое шампанское. Окей, в эту сторону. Этот пармезано. Прелестный. И оливковое масло прелестное. И черный перец свежий. Больше ничего не надо. Кыштаться ли, Сюзи? Вот это за прелесть. Смотрим все. На тонкость. Четырехдневное тесто. Почти тает во рту, а не в руках. Как хорошо зарекламирую я. Это было вкусно, легко и свободно. Так приятно. Дело того стоило. Так, сейчас убираем, собираем, идем там десерт. Десертируют дети, донатсы кушают. Потом пусть опять играют. Что хотят, пусть делают. Арка, бэк! Нужно немножко использоваться возможностями детей. Гайзеке кертол кич-кич тарек. Это не пицца, это подарок. Муж подарил кусок. Все съели, пошли. Мы здесь остались. Продолжаем трапезу. Картошку туда положила. Но думаю, сгорит. Завтра
утром проснусь, на завтрак картошка будет. Картошка в угле. Лампочки, видите? Но у нас еще одна струйка есть. Арам, эти зеленые должны пойти к камину. Очень красиво смотрится там, к печке, то есть. Посмотрим. О, очень даже посмотрим. Сюзи говорит, пошла посмотрела видео на англоязычном канале 3-летней давности. Вы там покупали. То, что выбирали, она сегодня пошла, нашла и принесла. Guys! Сюзи, thank you, Asik. Thank you. You're welcome. You're welcome. That's obvious. Без сахарная неделя откладывается еще на неделю. Она мне еще компота принесла. Я решение приняла после последнего компота, последней банки, перехожу на бессахарный жизнь, на бессахарную жизнь. Сюзанна, ты виновата, я сейчас. Я не виновата, я сам пришел. У всех такие взгляды разные. Кто-то в разную сторону смотрит. I'm over. Гости ушли, а наш вечный гость сейчас тесто делает на хлеб. Кажется, мы сезон пиццы открыли. Может быть, еще раз приготовим как-нибудь. Очень вкусно было. Или соскучились. Я не пицца-люб, но съела с большим аппетитом. Дети потом пришли, говорят, еще хотим. Говорю, нету больше. Тесто сделаем. С утра закваску уже подкормила, чтобы тесто на хлеб сделать. Anyway. Тесто на хлеб или тесто на пиццу. То же самое. Дети еще играют. Сейчас соседские дети придут, кажется, или пришли, не знаю. Муж еще работает. Оба ченгали серехека. Домашнее задание закончат, придут. Окей. Вечер еще не закончился у нас. Сегодня настоящий пир был. Пицца-донатсы. Совершенно американский пир. Но пицца это уже американская. Думаю, американцы больше пиццу кушают, чем итальянцы. Даже донатсы остались. И Кимичан, какие остались? Угадайте. С начинкой они не любят. Ты съел с этой начинкой? Нет? И не съешь. Сегодня говорит, пойду пошагаю. Говорю, иди хорошенько пошагай, донатс как бы измотай из себя. И так нечаянно спрашиваю, ты сколько донатсов съел? Говорит, 2. А я ведь знаю, он 2 не съел бы. И глаза у меня так на лоб полетели. Говорит, видишь, я только 1 съел. Но тебя подготавливал на всякий случай. Если захочу еще второй, ты уже будешь готова к этому. Да, уже ты с этим живешь. 1 съел. Не 1? Лукаво улыбается. Но он на диете, сам себя посадил. Решил только в день только раз будет кушать. И действительно, уже 3 дня почти. 1 раз кушает, мучается, говорю, хочешь что-нибудь принесу? Говорит, нет, я сильный. Но сегодня он съел хорошо пиццу и 1 донат, как он говорит, донат. А я пошла из холодильника, достала компот. Это я свитер одела на свитер. Выпила холодный компот персиковый. Воду немножко добавляю, потому что сладкая очень. И замерзла на все катушки. Сейчас что планируем? Нам хорошо тесто сделает сын. А
это вы не знаете, какое спасение. А Сюзанна взяла, говорила, да, я решила, после последней банки бросаю пить компот персиковый, сахар не хочу использовать. Она еще пошла в Класску, говорит, все разнесли, все компоты, осталось 4 или 5 банок для меня. Две банки взяла, наверное, остальные банки себе или не знаю кому. Она говорит, как это, когда принесла, где-то меньше недели назад. Как это все разнесли за несколько дней, говорю, потому что я, ну, она говорит, ты передала, говорит, по Ютубу сказала, в Бурбанк Коской продаются эти компоты, наверное, люди пошли купили. Очень возможно, когда идете покупать, оставьте для других. Anyway, 6 банок, 8 компот у меня есть, с сахаром пока не могу расстаться, я не могу смотреть на этот компот безразлично. Дети безразлично смотрят, им все равно. Еще она сказала, наша Сюзанна, что Коско, это что? Что-то я смотрю и не покупаю. Это жареная кожа свинины. Всегда говорю, как это можно кушать. Она назло купила. Говорит, попробуйте, увидите, как это вкусно. Это тоже. А, вон подождите, кажется, это то же самое, но слайм и чили флейворс. Отгулять, так гулять, попробуем. Ничего себе. Запах ужасный. Извиняюсь. Друзья, товарищи, может на вкус хороший, но запах... Бэк, смел. Как рыба и что-то... Очень плохой запах. Подождите. Хрустящий что-то. С непонятным вкусом. Запах был ужаснее, чем вкус. Но влюбилась? Нет. Сейчас сиром беранг? Не любит. Jam. С джемом не любит. Strawberry. С клубничным джемом. А я не хочу кушать такое вкусное, сладкое. Я съела один, но больше не буду. Это, окей, может быть, детям понравится, но... Не моя любовь. Она еще такие купила. Какие-то сырные double cheese crackers. Берегитесь. О, собрались double cheese crackers. Любители, посетители. Окей, пусть они пробуют. What's your opinion, мистер Ранка? Очень сырные. Сырные. Очень сырные. Для любителей может и хорошо. Для нас, не понимающих толк в таких современных чипсах, может быть и понравится, может, потому что чили и лайм помогут спасти ситуацию. Посмотрим. Сузиджан, такой размер. Коско все такого размера. На запах не прелесть, честно скажу. Ну, как и ожидала, лайм и чили помогли. Говорит, очень сырные. Я терпеть не могу сырное ничего. Ну, эти чеддер сыр. Это ничего, более-менее. Кого попросить? Кого помучить?
Мужа не хочу даже не просить Ди. Мучить не хочу мужа. А мама же любимое вино тоже купила. Это потом с мужем мы помучаемся, хочешь? Потом, не сегодня. Сегодня мы еще на работе. Окей, так и быть, мужа помучаем шоколадом одним. Хочешь? Нет? Слышь, он на диете. Вы все слышали своими ушами. Он сам сказал, что на диете. Я предложила. Шоколады темные с ганаш или трафл. Внутри сердечко ганаш. Посмотрим. Арнека позвала бы, но он тоже. Кажется, все на диету. Сели, маму одну оставили. Я пока не готова, я не такая сильная. Нормальный шоколад. Ганаш крепкий, не такой уж кремистый, мягкий. С кофе. Одно сердечко с одним стаканом кофе. Очень неплохо даже. Все попробовали. Вино не будем пробовать. Эти никогда не куплю. Эти, если совсем ничего дома не будет, с голоду будем мучиться. Есть эти чипсы, кусочек съем, просто чтобы держать себя в форме. Шоколады друг человеку, вино – это вечность. Убираемся, собираемся, пью, допиваю свой компот. Еще чай поставила, после компота чай выпьем, и все, будет счастье. Анджан, компот тоже не хотите? Сок компота, нет? Видите, я предлагаю, он отказывается. Нам еще фильм нужно начать смотреть, чтобы поздно не было. С мальчиками смотрим, выбираем фильм, наполовину делим каждую часть, чтобы, длинные муви бывают больше часа. Смотрим. Big lover, yes, or did you have a good day? Huh, lover? I can't come over today. Ну и да, день был хороший, но соседи не могут прийти сегодня. Очень плохой день был. Дети такие, все идет хорошо. Хорошо, что-то не так. Весь день пропал. Ох, как хорошо. После шоколада что-то не очень сладкое. Извиняемся, дорогие уши свиньи, мы вас не полюбили. Тренируюсь. Посмотрим. У меня большая надежда, что сегодня победительницей буду я. Окей. Rock, paper, scissors. Okay, you win. I break you. I start. Rock, yeah, rock. Я камень. Он ножницы. Камень ломает ножницы. Камень начал. Окей, все, что так, Михаил. Смотрите, сюда не идти, сюда не идти, сюда пойду съесть сразу два. Не замечает. Ох, заметил. В общем, я не умею играть в шашки. Я у Арка выиграла два раза. Арка у Бека выиграл. Что-то не то со мной. Кутёпек. Вы на его невинный
невинное лицо, посмотрите. Как будто ничего не произошло, он маму как будто не побил в шашках за 3 минуты. Говорит, я выиграю. I know. Congratulations, Mr. Beck. You're the best. I messed up in class again. Да, в классе ему учительница его зовет мистер Бек. Говорит, это мое имя. Окей, мистер, собирайся. I killed all you. Говорит, я всех твоих убил. Окей. Let's play another one. Yeah, я люблю красный цвет, может, no, this time I'm повезет. Okay. А как узнать это, мама, я чашки холостылась? Yes? No. Ну, не хочет. Говорит, нет. Please. С тобой не хочу. Другая история. Окей, предостави мангос. Арка, тра-тра-тра, плиз. Арка телевизор смотрит, мешает мне, не могу сосредоточиться. На этого посмотрите. Джон. Can I go on my computer? No, no, компьютер. Куда не пойду, он меня съест. Can I go on my switch? Так, пойду, все равно съест. No switch, no, we're done. Some movie and now we're gonna go parking. Надежда появляется и сразу угасает. О. Все, Чапаев думает. Это нехорошо. Окей. Курс. Здесь у меня нету никакого выхода. 3 камня, никуда не могу двигать. Конец фильма. Oh, I know, давайте я выиграю. Яснее ясного. Папина школа. And I'm beating you. In a way, you won me this year. Видите, говорит, в этом году ты никогда не могла меня победить. Я once only, только один раз. Ты один раз меня победила. I thought you were gonna beat me something. No, я так руку понесла, он так сделал, говорит, я подумал, ты что-то мне даешь кушать. Они так просто ничего не кушают, только эти шашковые камни так просто и быстро кушают. Окей. Я хочу записаться у вас в учительнице шашек. Арка, хаста чесузум хагас мама и хеттагайс? Не хочет. Потому что знает, что мама победит, поэтому. Даже не надо уговаривать, с мужем не буду играть, это муж взрослый бэк.